должна быть сила, которая может этот вопрос мира решить. Никто добровольно на это не пойдет, с учетом интересов, которые сегодня есть. Вы тут неоднократно говорили и о роли олигархата, и о роли отдельных политиков. В отношении цинизма. Слушайте, ну политики всегда были циничны. Всегда, во все времена. Но то, что происходит сегодня, этот цинизм, он абсолютно не оправдан. Понимаете? Абсолютно. То есть погибают на самом деле люди и дети. И никто на это не обращает внимания. И последний момент. Я вообще, честно говоря, ну, не до конца...